знаю. Так, выбери руку, любую. Возьмите первые 7 карт своей колоды, а мы добавим к ним нестабильных порталов. Вы получите их после замены карт в руке. Ага, понятно. То есть я делаю деку, в которой у меня 7... Так, мне нужны монозмеи. Мне нужны девочки-удешевляторши. Скорее всего, херобилкой мы будем пользоваться, наверное, возьму двух павших героев. Нет, не знаю. Флешмоб. Флешмоб? Чё-то глазики не моргают, нас обманул? Да-да-да, конечно, обманул. Куда моргать-то глазиком? Ты чё, обалдел, что ли? Поджигатель. Антонидас. 7 карт. О! Нормас, ребята? А, подожди, всего 7 карт. Спасибо большое тебе, имя, за поддержку. Особенно столь внушительную. Ты уже поддержал на 200 рубасов, спасибо тебе. Надо писать дальше было сообщение. Йоксарона добавь. Йоксарон, кстати, неплох. Смертика бери. Манозмей, ученица чародея, поджигатель. Ну да, наверное, нормально. Пусть будет так. Антонидас лишний. Наверное, лишний. Наверное, такая. Наверное, лишний. Наверное, лишний. Я бы, может быть, вместо Антонидаса йога взял. Потому что много спылов-то не будет. С новым ходом не видно никнейм оппонента истории боя. История боя видна. Я это вижу сам. Она видна неотчетливо, но... Слушайте, а, наверное, чтобы Антонидас не пришел, я так и оставлю. Это я, имя и сообщение. Поставь, пожалуйста, Бертман Зигани, Бертман Сидиджей Петушье. Венчер 1892. Как докажешь? Привки. Здравствуйте. Много спелов не будет, 23 портала. Так, в смысле, на каждый портал, тебе надо будет играть кричу. Потому что... Изи байт на донат. Я тоже так считаю. Крича с инером. Ой, хорошо. А можно я небольшой цитик закину? Хороший, даже без яда. Небольшой, да. Венчер 1892. Что делать будем? Забытый факел. Решил себе факелов замешать. А ты неплох, Вау-па-пам-пам-пам-пам-пам. Я вот думаю, может быть, пока... Не, давай небесного голема сразу. Это ж прям вообще хитяра. Сегодня аренка? Да. Но ник оппонента не виден. Ник оппонента, да, не виден. Так, а в смысле, у нас и не было... У нас не было идеи не... О боже, полиморф. Ой, офигенно, нифига себе. У нас и не было идеи оставить ник оппонента в живых. Давайте вот так, пока. Нужно? У нас... Я не знаю, зачем тебе ник оппонента. Так, если по чесноку. Так, здесь... О! Тем временем Табигон. Теневой боксер пущай будет. Табигон, тем временем. Какой месяц к ряду? 7-й месяц к ряду. Спасибо тебе большое за 7-й месяц к ряду. Тебе бруфист... И обнимашки. Потасовку сыграли уже, сейчас играем. Привет, очень дочь, даже хорош. Кстати, по поводу картки, не ссылку на ВК, куда тебе писать, а то я куда-то писал, не дождался ответа. Old Body, я просто еще не смог прочитать это дело. У меня вчера было все очень плотно. День рождения матушки, все дела. Я видел твое сообщение, я еще просто не ответил. Я мечтаю
Так интересно, этот секрет, это... Это что вообще, простите? Я служу повелителю огня. Умри и стань одним из нас. Умри и стань одним из нас. Наверное, вот так, наверное, надо было заранее. Хотя нет, не надо было заранее, конечно же. Возможно, было бы лучше убрать прямолинейные рамки, заменив их тентаклями. Ой, это очень неудобно, братан. Ой, это что, раздвоение или еще какая-то борода? Так, давай-ка попробуем. На тебе так. Раздвоение. Хитро. Это хитро. Ну, Пэлтрас тяжело использовать из руки. А она будет семерку, и надо будет сделать пинг. То есть надо будет хотя бы подстроить, чтобы... Иначе она будет девятку. Чё-то ты опоздал с тентаклями, уже месяц прошел. Да, в смысле, ничего себе. Привет, Хапитон. Смотрю тебя около 8-9 месяц. Первый раз до ночи. Спасибо за ламповые и угарные стримы. Поставь, пожалуйста, Daft Punk. Арунд, ты Уарлд и Daft Punk. А не Моритими. Ты лучший. Держи, брофист. Спасибо большое, Аскарон, за поддержку. И за теплые слова, братан. Конечно же, ловлю брофист. Ловлю брофист. На свой брофист. Спасибо за теплые слова, блатан. Обязательно поставим. А Ольга норм нахудожила. Теперь строку с последним донатом песенкой поздравить. Подровнять вообще красота будет. Строку с последним донатом и песенками вообще... типа, чтобы... Чтобы, типа, вот эту штуку убрать или что? Да начнется игра. Ну, короче, это все мы еще, конечно же... Все еще это... Оближи тентаклю, Саша. Ага, ужас какой. Ты больной человек, тебе надо к доктору. Так, значит... Так. Так. Привет. Засап, нейромонах Феофан притоптать, нейромонах Феофан ядреность образ жизни. Принято. Йога, возьми место Антона. А, да. Например, имеется в виду, что 9, буква G, например, уходит на рамку отображения песни. А, это не, это так нормально, пусть выходят, что это. Илуна, это... Ага, Илуна совсем дикая, короче, какая-то. Мне надо эту Илуну при того придушить немножко. У него, кстати, тоже нестабильные порталы. Почему масса нестабильные порталы? Это здорово. О, манипулятор. Манипулятор не нужен. Давай за другие классы, кругом одни маги. А кто у нас, интересно, хорошо обрабатывает манипулятор, нестабильный портал вообще? Препа, нестабильный портал, Ван Клифф. Две препы, Ван Клифф. Две препы, Ван Клифф. Да. Две препы, Ван Клифф. Или чё? Нестабильный патрал. Озарение. Ага. Нестабильный портал. Ой, надеюсь, мелочи сейчас не вылезет. Вылезла. Вот же жопошник. Так, хорошо. А я делаю иллюшенцию. Иллюшенцию, потому что надо успеть хоть что-то сделать. Убиваю 1-2-1. И делаю своего нестабильного портала.
Давай вот этих двоих. Ой, молодца. Ой, молодца. Алхимик. Алхимик это... Я на Рогер Норм играл с препами. Кик налил, не достал. Видел ли Дана в регионе? Неа. Так, хорошо. Кикеронька. Чупальцем Зота. Сразу чупальцем Зота. Или оставим потом какао-ешка на один. Пущай будет сразу. Темпуем. Ау, порядок. Сначала портал, потом удар поджигателем. А... Да, да, порядок. Порядок, действительно. Закинуто, принято, Фокс. Ой, ты посмотрите, посмотрите на этого негодяя. А что ты можешь мне дать интересного? Я подожди, давай сначала так. Давай на себя, я только не на Латхиба. Неплохо сыграно. Вот же жопа. Кто худ делал? Олька. Вообще стример как профессия тебе нравится? Конечно. Так, Фоксет. Фоксет. О, это классно. Трокзор, Трокзор. А почему у него Трокзор за 4? Поясните, пожалуйста. Как так вышло? Что у него Трокзор за 4? А, он просто взял себе Трокзора в эту. Все ясно, понятно. Точно не Мурлок. Угу. Стражница Света. Не знаю, на всякий пожарный пущай будет. Он мне однажды астральное уединение замутил. Да, у него есть такое мотожидание. Но это очень редкий случай. А серия побед после 5-го ранга не работает? Или я что-то не так понял? Серия побед после 5-го ранга не работает? Да, серия побед после 5-го ранга не работает. Славу Роя. Блин, хотелось бы какой-нибудь жирный ключу заиметь. Типа там, я не знаю, прям... Какого-нибудь хорошего, короче. Ладно, пущай так пока. Ха, Гром. Ха, Гром, это очень здорово. Пока что, само собой, вот так вот. По славу Роя. Привет, как настроение? Здорово, хватит. Да лучше всех. Между чатом и боковой стенкой экрана пространство. Между чатом и боковой стенкой экрана пространство. Давай посмотрим. Между чатом и боковой стенкой экрана пространство. Ага, да, вижу. Хорошо, сейчас сделаем. Чат, изменение сцены. Пам-пам-пам. Ага, это надо его непосредственно больше сделать. Так. Да, сейчас, секунду, чат. Выбрать область. Так, по идее. Так, по идее, да? Этого чувака, кстати, пониже. Интересно. Ты будешь работать? Выбрать область. Захватывай давай. Так, черт, мне придется... Сейчас, подождите. Пока не получается все хорошо сделать. А, значит, смотрите, авианку надо точно принимать, а то она... Хотя, хрен его знает... Папка, 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 папка. Во имя Сильваны. Слушай, ну это, между прочим, очень хитрая фигня, но тогда я не смогу принять Виану. Не, она все равно сделает одну карту по дешевке, которую бы и так сделал. В любом случае, я хочу оставить эту хрень в живых. Это так. Это так.
Это так. Папасик. Папасик бибигирует, как говорится. О, молодец, папасик. Так, Хапа просто сломал чат. Удалить. Да, удалить. Добавить. Окно. Чат. Теперь мы хотим не Хардстоун, а стрим-чат. Выбрать определенную область. Значит, здесь так. Ох, ежик, блин. Выбрать область. Мог убить Эвиану. Мог, только это ничего не даст. О! Ох, как удобно! Я считаю, что наконец-то мы развились до того уровня, на котором просто все должно быть. Так, само собой, нет. Значит, здесь уменьшаем эту хрень. Кажется, что надо еще немножко, да, расширить чат. Да, выбрать конкретную область. Как же он стримит? Наслаждайтесь. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это так. А это так. Не, все в порядке. Так. Так, лучше? Хаба, сколько задержка? Никакой задержки нет. Так, мы хотели попробовать рогалика. Удалить, все это удалить. Так, рогалик. Значит, мы хотели препы, обе, Айвен Клифф, Ваня Клифович. Теперь еще надо 4 карты, какие-то непонятные. Может, бесплаточки какие-то? Может быть, сходки на Ваню Клифова. Как вы думаете, может, сходки на Ваню Клифова? Консилы какие-нибудь? Шедоустепы? Бэкстепы? Кого еще? Чернокнижник Изидроу. Да это-то ладно с этим чернокнижником Изидроу. Холдбладики. Может быть, есть что-то, что хорошо... Сапы? Сапы. 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 Чего у нас реально хорошо поможет? По-моему, все тяжелое очень для роги. Виспов под клифа. Да мне она так-то технически надо. Не виспов-то. Может быть, бэкстеба? Ладно, хрен с ним, пуще будет сап. Но я думаю, эта стратегия не окупит себя. Так, и вот золотые огоньки, конечно. А я играл 2 камнедробителя и молот рока. Раскопку шедоустеп шедова. А зачем шедоустепа? И так будет прям вот тяжесть при тяжесть. Так, сейчас чат хорошо? Да, сейчас повеселее. Сейчас уже повеселее. Так. Препу еще хочу. Виспа, ладно, виспа оставим. Ваню хочу еще одного. А Ваня у нас же вообще прям... Дон Либо. Воришек. Сапы реально затащили бы. Так сапы есть. Привет, собака Ольга Лусках. Найсхуд. Коля, говори, не мне. Худа, худ Ольга постаралась. Ольга большая красавица. Так.
Ваня один в колоде, это так нечестно. Я хотел кучу Иванов. Помните, как в той потасовке? Быстрая атака, Ван Клифф. Оля хорошо постарался, красивый ход. Да, вот очень хороший. Он тоже очень рад. Еще бы не копа было видно, было бы еще лучше. Ну, понимаешь, это надо просто тогда чат пониже делать. Как-то все ужимать. Не копа. Не знаю, мне кажется, что его вообще надо было бы убрать. Я хотел сначала сделать, чтобы все перетекало. Мне вот лично до Ника Опа нету никакого дела. Вам какое дело до Ника Опа? Вот серебро трили, если так по чесноку. Хотя... Так. Следующий ход будет истерическим. Здравствуй. Короче, смотрите, он сейчас нестабильного портала достал БГХ. И все, и конец. Хекс инфа соточка. Это будет просто выход из игры. Я старался, ребят. Мне кажется, можно не продолжать. Не, постараюсь, конечно. Но мне кажется, что можно не продолжать. Лично меня раздражает, что его видно, но не совсем, просто глаз мозолит, но это имховка. Да, вот это неправильно, то есть как бы... Я предлагаю сразу следующую пойти. Ну, в смысле... Наша задача удивить. Наша задача удивить. Мы не удивили, ребят, не удивили. Сапы... Я не знаю, зачем мне сапы, я думаю, может быть... Я понял, что мне надо. Мне нужны не сапы, мне нужны шаги сквозь тень. Да, то что надо. У нас просто алын, мы должны убить оппонента за два хода. За два хода после постановки Ван Клиффа. Не попамс, да. Вот и удивил. Все, да, сейчас мы приходим к чуваку, которого нету. Будет еще здорово, если с нестабильного портала не достанется какая-нибудь борода. Так, Shadow Step, огонек, Ваня. Слушайте, меня это устраивает? А что я еще могу заиметь? Могу еще одну препода заиметь, или я еще один огонек. Огонек так-то повеселее. Shadow Step заменила Shadow Step. ШВД incoming. Нора подсовка. Блин, у него же, если у него ШВД в деке, то у него всегда... всегда она будет на третьем ходу. Фак! Это нечестно. Мне не нравится такой расклад. Гагарина, забожите, типа щупальца и подсказки. Будет. Мне кажется, я так не выиграю ни одной катки. Давайте считать лузы. Серьезно, я считаю, что мы не выиграем. Мы выиграем на раз на пятый. О, гоблин сапер. Так, ну поехали, братан. Ух ты ж, ни хрена себе. Хорош. Консил бери вместо шедоустепов. А, нет, резона. Какая разница? Какая разница, бро, я его убью за... Какая разница, бро, я его... Либо он у меня... Я сделаю удар... Да, удар послабее. О, нестабильный портал. Лол, это забавно, то есть ты мне сейчас отдашь ШВД минимум. Я тебе не отдам. Я тебе не отдам нестабильный портал. Более того, я мало тебе что того, что не отдам нестабильный портал, так ты еще и вынужден сейчас хилиться. То есть ты мне отдашь нестабильный портал. ШВД.
Все. А что ты посчитал? А, у него просто повыша. Ну, блин, братан, ты странный, ты еще повыша мне отдал. Цох. В смысле, цох на себя, думаешь, работает? Слава богу, ребята, он попался новичок. А, он думал, что при помощи лор-волкеров чё запихает мне кучу карт в руку и сможет разбить вот этими чуваками? Вот это сильное говно. А, вот повезло с престом. Так, что мы еще можем придумать, ребят? Что мы еще можем придумать? Так, какие у нас классы интересные есть? Вар. Что мы можем варом с нестабильным порталом придумать? Да не, он просто скинул все и ливнул. Давайте считать лузы, вряд ли мы победим. Друида на алармоботе пробовал? А это зачем, если здесь одни нестабильные порталы? Друид с камнем призыва. О, интересная кинишка. Может быть, даже стоит попробовать. Лок и не попамс. Лок и не попамс. Так в смысле, нестабильные порталы по ноль типа будут? Это вся красота происходящего? Почему это здорово? Иннер алармобот, он достает смертика или изеру? Иннер алармобот, он достает смертика или изеру? А, ты типа вот так вот? Это, кстати, интересное кинцо, мне нравится. Два иннера. А, алармоботы. Два или один? Один алармобот, наверное. Как он у нас называется-то? Тревогобот. Нам же вот нужен он один, да? Тревогобот. И здесь... Владыка Смертокрыл. Владыка Смертокрыл. Смертокрыл. Изера. Может быть, еще одного тревогобота? Хант на изготовке и йоге. Хант на изготовке, кстати, интересная фигня. Монозмеи и девочки 3-2 у нас уже были, мы им уже побеждали. Бери два алармобота, пусть друг друга достают. Что у нас еще есть умопомрачительно? А, и шарадж. Совпадение не найдено. А, он шарады любит. Точно, он же через апостроф. О, нормас. Ваншот вара с девочками 1-4. Ваншот вара с девочками 1-4. Это что такое? Готово. Потасовка. Играл на друиде с озарениями X2, буйный рост, хранитель X2 и последний с этой дичью уже 4 катки подряд кек. Играл на друиде с озарениями X2, буйный рост X2 и хранитель X2. Хранитель это кто такой, прости? Зачем Ишарадж? Просто мне нужна... Он просто вытащит балямбу. Так, пошли вон, дураки. Пошли вон, дураки. И владыка, наверное, самый адекватный, да? О. Даже драконы склонятся передо мной. Секрет. О, нормас. И правда. И правда, дорогой, какая... И правда, какая... Какая-какая, мой дорогой друг. Хе-хе-хе-хе. Равно рогач 2-2. Так. Так, без всякой фигни, типа там... Алхимика. О. Привет. Уиу. Даже драконы! Дальше мне нужен Ишарадж, который достает Изеру. Конец. Даже драконы! Такой он крутой, а. Блин, он реально очень понтовый. Во-первых, он красивый до обосрамса.
Прям вообще. Ему еще идет эта рамка драконья. Ну, бас, у тебя одни порталы в колоде. У меня есть еще и Зера, братан. Понимаешь, Шараджу надо достать один раз, чтобы он был супер вэлью. А он мне и достанет. Он достанет по фокусу и Зеру. Это и Шарадж в этом ключе у меня 10-10 с Батлкраем 4-12. Ну, не с Батлкраем, а с... в конце хода достанет. Хотя для Изера это, по сути, чтобы с Батлкрай. Нет, Карл, там порталы. Подожди, ты хочешь сказать, что Изеры даже в моей деке нету? То есть я беру 4 стартовые карты, и все остальное мулиганится в порталы. Так, меня интересует, наверное, пока вот так вот. Get down, Avenge. Да, Avenge там будет. Значит, у него Get down, Avenge и лазурные драконы. 7-6. А чего у него еще может быть? Get down, Avenge. Get down, Avenge. Скорее всего, дубли, лазурные драконы. Чего ему еще надо для счастья? Есть все, все остается. Ага, значит все, и зерка. Дракон с портала же. А, с портала. С портала дракон. Я такой невнимательный. И чё? Блин, кстати, вот этот арт куда лучше, чем вот этот. Зацените, какой разный левел. Гейпал дракон, по-моему, из портала. Все. Ребята внимательные, я невнимательный. Так. Что-то спал какой-то нубас. Да ладно, это просто имбадека. Так. Что у нас там есть еще у кого? Шаман дальнее зрение какой-нибудь. Нет, борода полная. Может быть, тревогобот Антон? Не, бараба. Заклинание. Давайте посмотрим, кто у нас закл. Кто у нас из нейтральных карт и вообще? Илхауса Моношторма, любительница маны. Пиромант, Фиола. Учительница магии, может быть. Не, они все никакие, ребят. Есть на изготовку. У мага самая адекватная комба. Давайте попробуем с изготовкой что-то придумать. Да? Правильная идея. Нет, потасовка в YouTube отправится, поэтому музычки пока нет. Чуть попозже будет. Давайте попробуем охотника, конечно же. Ну, я думаю, что эта идея полная... Ой, ё, просто это не то. Ну, это я думаю, что эта идея полный провал. Так, на изготовку. Ладно, ее так можно найти. На. Так, а что я, получается, буду копить эти, что ли? Нет, здесь ничего нет хорошего. Все чушь, Петровна, дорогие друзья. Может быть, мне какое-нибудь заражение надо будет заюзать. Блин, да это чушь, Петровна. Я, ну, в смысле, спулов-то нету, ребят. Ну, нестабильные порталы, окей.
Нестабильные порталы, окей, дальше-то что? Какой резон-то? Я что, буду копить нестабильные порталы, чтобы сделать ее с комбоссом? Ну, даже если я сделаю, как я до этого момента доживу? Как? Чё делать? Шамная эволюция. О, кстати, вот это, мне кажется... Мне кажется, что это куда веселее, кстати. Свои какие-то удешевляющие. Йога бери. Иннервейт плюс камень призыва плюс бафы. Не, друида мы уже играли. Давайте попробуем... Ладно, давайте попробуем две на изготовке взять. Я не знаю, зачем и что это мне даст. Решительно не знаю. Может, бисшелвраз какой-то зарешает. Бисшелвраз у нас не дает случаем чаржа? Нет, не дает, конечно. Где он вообще находится? Бисшелвраз я потерял. Он разве... Он разве не единицу стоит, а вот... Плюс две к атаке. Чушь, Петровна. Не знаю, что здесь брать, ребята. Это какой-то полный трындец. В принципе, лук и секреты — это ржачно. Это точно темпа, это точно много заряда лука, это точно куча веселья. Вот, но это тогда придется его бежать, рашить. Нет, потасовка для ханта просто забей. Мне тоже кажется, что борода. Мне вот нравится идея с шаманом. Чё у нас там? Йог нас интересует? Не, йог... Чё мы хотим с шаманом? Дека на консидах. Фати Крагу с хранителем чё? А как она будет фатигировать? Эволюция нас интересует. Эволюция здорово. Эволюционистов 4-5 будем брать? Одного хотя бы. Не знаю, может быть, стоит взять. Одна лук, одна потасовка, остальные секреты. Так. На мага мы уже выигрывали. Да, наверное, тогда сейчас еще хексетский. Эволюция с глаз, мастер эволюции. И я не знаю, может, Думхаммер какой-нибудь, он вполне неплохой. Хотя ладно, хрен с ним. Поехали. Типа фатик мурлоки и сходки. Хорошо, а как ты дроуешь? А, ладно, ты дроуешь этими. Фатик мурлоки и сходки, хорошо. Препа должна быть, фатик. Два мурлока, две сходки. Может быть, это, кстати, сработает. 4-4 за 6. 4-4 за 6 на юнитов с нестабильного портала не работает. В идеале мне нужны эволюции за 1. Как насчет троги силы, чувак с 3-1 с неистовством ветра? Чушь. Так, эволюции достали обе. Ну, может быть, это здорово. Организм улучшен, усилен. Я мечтаю быть похожим на тебя. Пошли маленькие девочки. Я боюсь, что он уже просто так сильно займет стол, что к тому моменту, как я выйду на стол, у меня уже будет такое отставание, что прям караул. Да, у него нестабильные порталы в два раза дешевле, это прям трындец. А девочка она такая. Организм улучшен, усилен. Так, пока что я даже ничего не хочу. Мне же надо накопить, грубо говоря. Сколько видишь пальцев? Я постараюсь, наверное, следующий ход сделать, да? Или нет, или уже пора. Слушай, надо что-то поставить, я совсем отстаю уже.
Я уже совсем отстаю, ребят. Совсем отстаю. Если он сейчас будет просто тормозить. Во, например... Так не делает, хорошо. Разу против девочек. Ой, к ним никогда не будешь готов, бро. Тут такая ситуация, что забей на грозу против девочек. Так, обнаружена магия. Пока он караул не наносит, это сойдет. 5, да, это... Ух ты ж, ежик. Ух ты ж, ежик пошел, поехал. Кстати, можно опять, между прочим. Можно, между прочим, опять сделать юнита сейчас как раз-таки. Так, у меня следующий ход будет 5 кристаллов, то есть я не смогу сыграть и эту двойку, и вот... А если я сделаю губителя, то это будет, в принципе... Ну ладно, сойдет, давай пуще пока так. Тотем. Тотем, 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 тотем. Да не, бро, тотем слишком легко умирает. Ой, знал бы, что так умирает мой чувак. Мурлок семеркой станет. Да, если Мурлок эволюционирует в Гидона, это будет просто шикарно. Так. Так, давай показывай, чего достаешь. Это шикарно, ребята. Пока сдержим оппонента один раз. Ладно. Сдерживание завершено. Так. Четверку сразу. Здесь тогда семерка будет, но тут есть молкарок. Может быть, пока повременить. Блин, так хочется. Но! Сойдет. Bad. Какие интересно карты, какие интересно секреты такие маги таскают. Раздвоения всякие. Да ладно, братан. Вот это да! Вот это... О, вот это вот, да. Сон. Нет, нафиг сон. Добрый вечер! Здравствуйте! Капитан Такос. Бурито Буритос. Здравствуйте. Есть время поговорить о нашем боге Иисусе? Что ты ожидал, дружок? Ты с кем потасовку сел играть, щегол? Вот это... Адок. Здравствуйте, сударь, есть очередь? Нет, нету. Мучерай на себя. Ну ладно. Ты понимаешь, да, что ты мне отраженной сущностью йога отдал? Ну ладно. Он, может быть, умрет. Пуф на всех. Господи, боже мой. Интересно, а йог в этом ключе смирорится или нет? Механомасло, как велосипедируется, здорово. Склонись перед богом смерти. То есть ты его себе забрал, то есть он тебе нужен. Так. Ребята, я могу ошибаться, но, по-моему, здесь пират... Пираты поперли. Пират... Пират.
Что-то там. Cause pirates are free. We are the pirates. Здесь пока так, наверное. Позыщем даже там, да. Так, значит, пират шам дует. Ха-ха, просто. Куда тебе? Кого ты обманываешь? You are the pirate. Мой 5-2. Аккомпанемент, конечно, шикарный. Так, ладно, мы хотим поискать хилки или все-таки зерку поставить для надежности. Ладно, хрен с ним, с хилки, на следующий ход поищем. Сухопутная крыса! Вечная может быть лишь смерть. Сильно. И дрить он депрессивный. Братан, ну у тебя какие-то проблемы. Так, десятка из руки, помню. Не-не. Still got it. Still got it. You are a pirate. Возвращай в руку йога. Блин, эпический, конечно, чувак. Лабу-рабу-раб-раб. Пам. 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 Подожди, мне даже интересно, что я бы достал. Здравствуй, капитан. Привет. Сетик ВК. На этот раз без жести. P.S.U.T.A.P.I.C. Ну, кстати, давайте проверим, как эта штука работает. Чувак умирает? Смотрите, прикольно, да? Он умер и выжил. Классно. А, да, худ топишь. Спасибо большое, Миш Квас, Сетик ВК. Я понял, я тебе должен был 4 трека. Вот, прям вот. Давай, я верю в тебя, Мишку. Прям вот верю. А я думаю, что мы... я думаю, что мы можем и пойти уже отдыхать. Мы уже всеми навыигрывали, по-моему. Всеми теми, кем бы хотелось навыигрывать. Я думаю, на этом потасовку официально признаем завершенной. Да, потасовка официально завершена. Так. Ну да, всем, конечно, советую мага. Маг, по-моему, там просто OP. Маг OP и друид этот интересный достаточно. Привет, Капа. Завтра белорусы сдают тестирование по физике аналог ЕГЭ. Пожелаю приз удачи. Удачи! Так. Так. А, чё у нас там? Чё у нас там? Пойдемте катуном играть. Ребят, по-моему, это знак, что надо играть катуном. Ведь у нас тентакулярный ход. Надо брать катуна и идти играть, конечно же. Ладно, дайте я пару каточек варом своим сыграю с любимым.